Бронировали по пути прямо номер, потому что дорога на Салоники закрыта, там опять какое-то стихийное бедствие. И мы приехали в сторону Афин, так как Костаса на работу вызывают всего на 3 ночи, поэтому мы не стали, мы бы хотели дальше поехать. Забронировали такой номер, довольно-таки нормальный, с 2 балконами. Вот это остров Эве, 300 км от нас. Все необходимые условия, кондиционер, все есть. Ну, сейчас, в принципе, уже не так жарко. Вот. И море совсем недалеко от нас. Так. Ветрено, тепло. На эти дни 25-26 обещают. В общем, ехали сами, не знали, куда ехали. Что нашли по пути, лишь бы помыться и привести себя в порядок и немножко отдохнуть. Друзья, привет! Я приветствую вас на своем канале «Лучшая Греция». Приехали не туда, куда планировали, но будем отдыхать. Приятного просмотра! Море чистое. Такая набережная. И вечер первого дня. Приехали мы поздно. Завершаем на пляже возле нашего отеля. Отличный пляж. Да, здесь нет чего-то такого экзотического, но чистая теплая вода. Я наплавалась то, что надо. Это для меня самое главное. Вот поэтому жизнь налаживается. Не попали на Халкидики, на экзотические пляжи. Приехали на Халкиду. Мы живем в Пелиуксинии. Видите? Вернулись на наш Пелион. Кентавры, гора Кентавров. И отель с таким же названием, как наш регион Пелион. Кентавр, людей немного. Тепло. Днем 26, сейчас не знаю, градусов 23, наверное. Море теплое. У нас 2 балкона. Один вот такой вид на деревню. С другой стороны море видно. В общем, здорово. Красота. Еще цикады, сверчки ночью. Волосы уже все. Похолодало сейчас. И, может, будут еще. Но в связи с похолоданием не было.